Хей-хей-хей, всем привет, рад приветствовать вас, друзья, на канале, с вами Доктор, и это Blade of Darkness. Игра далеко не новая, ребята, игра еще с 2001, по-моему, года, и недавно, где-то год-полтора назад, наверное, ее обновили, обновили текстуры, графика осталась та же, но текстуры большего разрешения, и запустили, дали ей, так сказать, новую жизнь. Я как только это увидел, сразу же захотел в нее поиграть, но все никак не решался, не как-то был занят другими играми. Игровой процесс, механики очень интересная, интересная боевка. Сам по себе интересный интерфейс. В общем, я очень надеюсь, что вам это также зайдет, как и мне. Также хочу принести небольшие извинения. По голосу, наверное, слышите немножко осипший голос. Так, вроде ничего страшного, не болел, ни температура, а, видимо, где-то что-то там, может, холодное попил, может, где-то продуло. Весна на улице, сами понимаете, и чуть-чуть голос подсел. Но не записывать я не могу, поэтому голос есть, будет чуток другой. Может быть, как раз в рамках этой игры будет интереснее. Игра интересная, меня она затянула, я планирую ее пройти всю, пройти, посмотреть, вспомнить сюжет. Было, сами понимаете, очень давно, когда я в нее играл, 20 лет назад. Здоровые взрослые дядьки, надо идти работать, а мы в офисе сидели и по очереди рубанились в эту игру. Вот так это было, да, ребят? Приглашаю вас присоединиться, для поддержки сразу поставьте лайк. Есть что сказать, конечно же, пишите, ну а сейчас устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Я заходил, то есть я прошел... Что-то кричит она. Прошел обучение, чтобы вспомнить маленько сами механики. Здесь мы имеем 4 персонажа. Это гном, это у нас баба-воительница, как она, амазонка, насколько я помню. Да, это вот варвар и рыцарь. Гном, амазонка, варвар, рыцарь, да. Проходил, я помню, там мы варваром играли, а здесь я хочу, наверное, пройти рыцарем. Поэтому давайте, наверное, за рыцарей погоним. Enter, говорит, нажмите. Саргон. Здоровье 100, атака 1, защита 1, возраст 40. Рост 180 сантиметров, вес 78 килограмм. Специализация одноручные мечи и щиты. Информация рыцарь короля. Искусные воины, славящиеся своей дисциплиной, знанием военного искусства и превосходным оснащением, как при нападении, так и в обороне. Вы уверены? Да, уверен. Начать обучение нет. Обучение мы прошли, поэтому давайте мы сразу пойдем, как говорится, в пекло. Вас, вероятного... вас, верного королевского рыцаря, отправили проверить известия о странных событиях на границе королевства. Худшие опасения ордена подтвердились. Рангар, хозяин крепости Тебризе, оказался предателем. Ваш отряд попал в засаду, устроенную его рыцарями, и теперь вы томитесь в мрачном подземелье, провалив задание, а ваши люди убиты. Единственная надежда — вернуть утраченную честь и спасти королевство от врагов, выбраться из темницы. Найдите и победите Рагнара. Да, надо было воинственно это сказать. Так, будем выбираться. Короче. Так, ну да. Сейчас маленько глаз привыкнет к многопиксельней. Не, ну ничего так, в принципе. Конечно, это вам не современные игры. Но и фишка у нее в другом. Ладно. Так, что нам куда? Эш! Алло, проснись! Слышь, на посту спать нехорошо. Это может плохо кончиться. Ты вообще в курсе, что спать на посту нельзя? Где твой начальник, блин? Так, ладно, давайте как тут надо как-то выбираться. Так, здесь вот это все можно брать. Че ты? Так, брать Е. Во, Е. И можно черепушкой долбасить здесь все подряд. Вот так. Легкая атака, да? Можно биться и черепушкой. Так, можно выбросить черепушку. Бяунс. Так, ладно. Тут еще можно кость, наверное, да, взять? Ну-ка. Кость, да. Кто-то орёт там. Так, ладно. О! Расшатанный кирпич. Так, что там? Расшатанный кирпич, наверное, надо поди... Давай, толкай.
Нормальная такая темница, ребята, я вам скажу. Пенопластовая, что ли? Так, ладно, идем. Так, упал аккуратно. Ничего не сломал. Это радует. Там выбрось эту кость. Все. Выбрось, я сказал, кость. Отлично. Вот сюда залезем. Подожди, еще раз. Там кто-то орет, не слышишь? Да ё-моё. Давай туда залезем. Там есть что-то. Опа. Есть. Хе-хе, и зачем я сюда лез? Тут ничего нету. Да, я запустил, и вот это вот, я думал, это, короче, какой-то дырка, зеркало или еще что-то. Это, кажется, вода. Такая очень зеркально чистая вода. Можно было, конечно, какую-нибудь рябь придумать. Я понимаю, что игра старая. Ну, что поделаешь. Ладно. Так, тут кто-то храпит. А, это тот, который на посту спит. Мы, в смысле, к нему идем, да? Так. Он спит. Это что еще за звуки? Так, ключ от подземелья. Это хорошо. Что еще? О, да, похавал. А давайте его чем-нибудь огреем. Че он спит на посту, а? Так, подожди. Нет, хлеб не надо, табурет возьми. А я тебе говорил... Подожди еще раз. А я тебе говорил, не спи на посту. Это наказание за безответственное отношение к работе. Поганец. Так, ладно, идем. Так. Ну это мы открыли мою же темницу. А зачем? Оно не надо. Так. И что, тебе помочь надо как-то? А как его, ему помочь? Я как бы не совсем понимаю. Но я с ним ничего не могу сделать. Помог, называется. Это так задумано было, что ли? Покойся с миром, брат. Все, ладно. Но он продолжает стонать. Алло. Нет, успокоился. Так, в бочках, насколько я помню, может быть что-нибудь полезное. Давайте мы бочки подолбим. Так, в этой бочке ничего. Так, это... Опа. О, еще раз. Да, блин. Оп. Так, ну, сыр, шмыр, это нам не интересно. Пошли. Сим-сим, откройся. Так, тут их аж двое. Нет, я вам больше помогать не буду. Этот уже все. Ушел к праотцам. Ну, не знаю, ребят, не знаю. Так. Идем сюда. Так, эта дверь у нас не открывается. Не открывается. Так, ну пока в бочках кроме сыра и хлеба больше ничего нету. Дверь эта не открывается. Идем сюда.
Тут вроде водичка куда-то вытекает. Как он падает. Как бессмертный. Так. Сюда я не пройду. Так, присаживаться он здесь не может, насколько я помню. Побежали, что ты... А, по воде... А, нет, бежит, все. Что здесь? Пошла музыка. Сохранить у нас как-то работает? Быстрое сохранение есть у нас? Ну-ка. Игра. Ага, сохранить вот так. Пустая ячейка, сохранил. Отлично. Сохраняться надо почаще. Так, ну что, мы тут выходим, походу, из темницы. Воу! Не надо на меня! Я безоружный! Да ладно. Так, как там? Тап, по-моему, да. На тебе! Оп! Воу, ничего у вас там, сколько? А ну, сдохли! Ладно, они вроде дохлые. С них ничего там не лутается. Нет, с них ничего не лутается. Здесь лут по-другому добывается. Окей. Так, окей, вот ты лут, кстати. Ключ от кладовой, это у нас выход. Но слишком далеко. Все, я подошел. Гладиус у меня... О, где вы теперь? Идите сюда, я сами сейчас разберусь. Так, что здесь у нас? Все. Факел возьми. Да, ребят, здесь можно подбирать все, что хочешь. Это однозначно. Ну, почти все. Хотел руку подобрать, не получилось. Так, здесь что у нас? У нас здесь не вижу никаких... А, вот сюда, видимо, нам. Идем. Так, ворота. Зачем бросил? Ага, понял. Слышь? У-у-у, я ему руку отрубил. Я ему ногу отрубил. Я ему все отрубил, ребята. Конечность. Вот. Я теперь могу конечностью махаться. Можно, знаете, так вот в кого-нибудь конечность запустить. Ужасно. О, клепанный щит. Подожди, еще раз. О, у меня два гладиуса. И щит давай возьмем, конечно. Так, хорошо. Надо налопаться. Мясо. Сразу восстановился. Отлично. Так, что у нас здесь? Тихо ты. Так, тут ничего интересного. Сюда. Хорошо. Это от меня что-то такой звук? Так, сыр. Табурет, все. Идем дальше. Только надо сохраниться же. Да сюда же перезаписывай. Идем. Поехали. Так, как тут капслок убрать? Инструменты все. Да, пока они мне мешают. Уф! А, ребята, у меня первый уровень. Че он мне дал? Нажмите F1, жмем. Так, а значит, что у нас? Гладиус, атака, взмах гордости. Да, вот я о чем и говорил. Ребят, здесь можно открывать последовательные удары.
Как комбо-удары. Так, ладно, что там у нас? Ага, тут еще, смотрите, тексты. Ущелье Тибриза. Несколько дней назад мы покинули Тель-Вхалаф. Наконец-то мне поручили важное задание, где я мог бы проявить себя. Но, увы, я потерпел неудачу, угодил в глупую ловушку и потерял всех своих людей. А теперь, похоже, пришел мой черед умереть. Лорд Рагнар – предатель. Он продал крепости все припасы. Королевство в опасности. Назревает вторжение. Я должен сбежать и подавить это восстание или погибнуть, сражаясь. Короче, вот так, ребят, ни много ни мало. Так. У ворот. Так, нижний удар. Расчленитель, господи. А, это, короче, удар и вперед. Да, я вот расчленил уже несколько раз Южный крест. Так, уровень 2, это у ворот с удара слева. Это вперед, налево и удар. Надо будет сейчас попробовать. Так, и следующий 4 уровень у нас только на Гладиусе. Значит, вперед, налево и удар. А давайте попробуем. Вперед, налево и удар. О, как понятно я теперь. А, всем кирдык теперь, я сказал. Тихо, тихо. Так. А, попрактикуем, давай. И 200 жизней, кстати. А чё? Чё? Подожди. Да бочку разбей, ё-моё. Ох, ох, бля, ну давай бочку, бля. Да бочку, я сказал. О. Так, понял. Короче, пока сюда не залезу, никакой бочки, что ли? Ну, давай. Чё-то пока в бочках ничего интересного. Ладно. Так, короче, бочки, ребят, нужны тогда, когда у меня здоровья будет не хватать. Да, блин, куда ты? Да и тить-колотить. О, разбил я эту бочку. Ладно, пошли сюда. Так, опа. Там кто-то спит. Я слышу это. Идем аккуратно. Вот он. Ребята, ну зачем вы спите на посту? Ну как не стыдно, а? Сейчас тебе будет за это наказание. Как-то не гладко все прошло, скажем так. Вообще не гладко. Да. Я гребся, по щам получил. Ладно. Пошли. С меня еще тот тихоня. А? И сюда. Вау. Вау. Эй, вау. Шляпа, где? Где Гладиус мой? Возьми, вот. Обалдеть. А чё мы... Не, Гладиус-то почему ты выбросил, Гладиус? Ты почему выбросил, Гладиус? Меня чуть из-за тебя по щам не надавали. Так. Щит. Еще один Гладиус. У меня этих Гладиусов уже. Ты взял, выкинул зачем-то. Так, ладно, давай пошли что-нибудь со стола сожрем. Так. А как? Я забыл. Так, пошли еще хлеб съешь. А,
А, С. Так, ключ. У меня один ключ есть. Все. Убери оружие и побежали. Так, тут что у нас? Ага, тут два ключа, направо и налево. У нас какой? Открой. А здесь? Так, тут два пути. Пойдемте вниз. Пошли. А, вот это, ребята, вы вид... О, бутылка. Зелье полного здоровья. Отлично, теперь я могу бутылкой пользоваться. Это клево. Так, ключ открыли. Чё там, кто там стонет? Я не вижу тут никого. Вниз надо спускаться, наверное. Так, затмение. Слишком много предметов. А, так, а сколько у меня? У меня одни гладиусы, если честно. Давайте мы гладиус один выкинем. Все. Возьми затмение. Хо! Так, ну это явно не моего. Для этой атаки нужно больше энергии. Да. Это не для моего уровня, ребята. Я не вывезу. Так, щит возьми. А там какие у меня щиты? Так, ну вот этот мы еще можем же щит. Вот. Он еще у нас не кончился. Так, а чё вниз? Ну, извините, я там спасти никого не могу. Прохода нет. Я, если, ребята, смогу пробраться, я к вам проберусь. Ну-ка, вот сюда чё? Нет? Ну-ка, тут просто вниз куда-нибудь проход. Так что стонать вам там дальше. Что поделаешь? Охрану убило, дальше не знаю. А, я видел это. Это внизу, это к моим же этим темницам, откуда я сбежал, проход. Все понятно, короче. Там стонет тот, который не стонет. Ладно, там все открыто, короче. Короче, оживайте и избегайте. Все, я вам путь открыл, дальше сами. Опа, 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 босс сейчас будет какой-то. А нет, их тут трое. Их тут трое. Да не, ну, учитывая то, как я разобрался бегло с одним. Так, короче, надо туда прыгать к ним, да? Давай, сохраним. Опа. Чё ты? Да, все так сохраняли. Игра, сохранить. Давай рядом, опа. Все, погнали. Один есть. Эу. Вау, вау, вау! Да, блин, нацелься на него, ёк-макарёк! А, ой, ай, ай, ой. Хватит меня резать. Я вовремя, ребята, его замочарил. Еще один гладиус. Еще один гладиус. Так, ладно, жмем F1. Что у меня теперь есть? Уровень 3. Северный крест. Короче, вперед-назад и удар. Это что у нас? Ну-ка. Вперед-назад и удар. Или с шифтом. Подожди, ничего не понял.
Так, давай, деревянный щит забери. Здесь что у нас? Так. Щиты теперь давай. А как щит выкинуть? А как щит выкинуть? А как щит выкинуть? А щит-то как выкинуть? Я не могу взять другой щит. Каплевидный щит. Слишком далеко, подожди. Слишком много предметов. А как выкинуть щит? О, зелье здоровья. Так, подходи. Так. Подожди. А как выкинуть щит? Вперед, назад, повернуть влево, вправо, посмотреть вверх, вниз, прыгнуть, атаковать, блокировать, бросить. Ку. Крас использовать, достать, убрать оружие, посмотреть оружие, просмотреть щиты, просмотреть список предметов. Зафиксировать цель, space. Особое действие, особое действие. Краса зафиксировать цель. Снимок экрана, вид, вид, так. Предыдущий вид. Следующий вид, что-то за буквы такие. Что за буква? АДД. Очень интересно, так, ладно. Все это, конечно, хорошо. Просмотреть щиты. Well down. Да, это что у нас там было? Down. Something down. Ни хрена не понятно, но очень интересно. Как выбросить щит, я не знаю, ребят, короче. Короче, будем идти с одним щитом. Так, и гладиусом. Угу. Все, погнали, короче, дальше. Так, здесь у нас конечность. Все, идем. Так, тут ничего интересного, идем сюда. Так, подожди. А как-то двери-то я открыть должен? Или это с этой стороны? А, это вот тут проход. Вон он как, Михалыч. Витиевато. Дергай рычаг. Эй, эй, куда ты меня обратно повез? Ага. Так, что теперь? Рычаг, жми. Ага, все, я открыл ворота. Теперь я знаю, куда идти. И, походу, меня там встречать будут, как положено, по классике жанра. Опа. Пошли, пошли. Пошли, 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 пошли. Пошли, пошли, пошли. Так, идем сюда. Так, тут ящик. Вот эти ящики, кстати, сжигать можно. Только у меня нечем. Ага, вот. Все, нашел, чем сжигать. Бери. Подожди. Пошли, ящик сожгем.
Это вот так делается. Так, подошел. Нет, не совсем так. Во. Теперь так. О. Ладно. Пошлите, подожгем вот эти ящики. Вот тут один ящик. И там может быть сейчас оружие какое-нибудь. Давайте посмотрим. Опа. Так. Не ука, залази давай. О. Ага, там вон проход куда. А это чё? Какая большая бочка, ребята. Ладно, короче, брось. Да брось ты его. Да блин. Во. Так, вот тут у нас что-то есть. Ничего. Так, и ворота закрыты здесь. Куда я бежал, зачем, непонятно. Угу. А давайте вот так вот. Там же тоже проход есть. Это, я так понимаю, дальше продвижение у нас. Я вот оттуда пришел. Вот сюда у нас куда? Так, здесь я взял факел. Опа. Рычаг. А, типа короткий путь? А зачем? А зачем мне короткий путь? Скажите мне, пожалуйста. Непонятно. Ну да ладно. Короче, идем тогда. Подожди. Идем сюда. Все. Так, вниз. А у меня ключи есть какие-нибудь вообще? Ключей нету. Так что нам еще ключ надо раздобыть. Ключ от часовни. Ну, погнали. Ключ от часовни. Кто там? Какие-то тут меня сейчас встретят. Вон он стоит. Двое. Воу, он сам себя, что ли? Сам своего. Эй, вау, вау. А вот ты пока там выпендривался, выкаблучивался. Сейчас я тебе тут... На, на. И еще разок. Ава-на. Вот так вот. Не хрен с доктором связываться. Я тут знаю вообще, что почем. А, то есть, короче, маленькое зелье он сразу выпивает и все. Так, дубина. Слишком много предметов. Да дубина мне не нать. Клепанный щит, гладиус. Это все у меня есть. Так, все, Сим-Сим, откройся. Так, что здесь? Опа. Эйш, братан. Давайте в него гладиусом сейчас запустим. Только главное потом гладиус сразу взять. Ай, тить колотить.
А ну, да ну, да ну. Да ты чё, ё-моё? Вот же он. Ой. Ой. Башку ему снес. Так. А как щитом защищаться, я так и не понял, если честно. У меня вот щит, он 9 есть, и все на этом. Так. Давайте разбираться. В обучении не было этого, ребят. Просто не было. Так, вперед, назад, вправо, влево. Прыгнуть, атаковать. Левая кнопка. Блокировать. А, левый Ctrl, что ли? Вот так вот. А, вон оно что, идти колотить-то. Хе-хе. Все оказывается просто. Ладно. Так, все. Иди съешь. Да, это, кстати, мой гладиус тут валяется. Там мясо еще лежит. А хлеб. Съешь хлеб. Хлеб 10 хилок всего добавил. Так, открывай. Ага, это мост. Он не полностью ушел. Так, головоломка, ребята. Идем искать, где еще один рычаг. Идем сюда тогда. Так. Замок от оружейной нет у меня. А давай, 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 сейчас мы с тобой разберемся. Да ты чё? Тихо, спокойно. Тихо ты, тихо колотить. Ой, размахался. Ну-ка. Ты. Капец. А-а-а. Так, ну видали, я ему сломал щит. Ребята. Вот щит сломал ему. Так, и он мне дал ключ от оружейной. И это вот где-то я проходил. Вон, наверное. Чпок. А давайте мы щит возьмем. Так, подожди, какого у меня? Вот эти вот дохленькие щиты. Давай его возьмем. Все, идем. Оружейная. Так, это у нас тут гладиус и щит. Есть что-нибудь интереснее? Че только? Так, багор. Слишком много предметов этого типа. Одни гладиусы, да. Так, а что у меня? Гладиусы. Они бессмертные, бесконечные, что ли? Так получается. Выкинь гладиус, возьми багор. А, вот это я втер. Так, булава. Так, а что у меня на багор нету? Ничего. На багор нету. Не вижу. Короче, просто машем и все тут. Ящики. Подожди, повернись назад. Ты ящик сломал. Здоровье. Хилок возьми. Выпей. Отлично, молодец. Дальше. Этот ящик сломал. Здесь. Да блин. Попади уже. Ё-моё. Пьяный, что ли? Короче, походу, что-то в зелье намешано было. Давай. О, молодец, ты смог. Давай еще. А, пока мне это не нужно. Ну, все понятно с тобой. Булава. Вот это уже интересней. Так, давай-ка мы вот этот багор беспонтовый выкини. Да. Булаву возьми. Вот. А, это уже интересней. Так, вниз направо, плюс удар.
Как-то не то. А, мощи не хватает. Так, возьми щит. Щит давай. Не-не-не, булаву возьми. Булава, что там у нас? Атака, 15 атака. Отлично. Так, оружейную открыли. Дальше-то что? Ну, никаких рычагов я тут не вижу, ребят. В оружейной. Да. Значит, сюда мы просто зашли пошариться. Так. Это я отсюда спустился. А, о, ребята, о, здорово. Ну, нифига себе. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. О, вы видали? Один удар, короче, ему кирдык. Зачем ты алебарду взял? Здесь где-то зелье было. Брось, возьми зелье. Вот. Вы видали? Один удар булавой убивает этих чертиков. Нормальный вообще удар-то. Булава. Хорошо. Так, и чё, куда? Вот этот ящик давай вскроем. Зелье. Ну, это выпей зелье. Так, пошли искать еще рычаги. Так, у нас же где-то в этом вооруженной еще пивнуть можно. Лежит, вот он, зелье. Пей. Так, сюда, сюда. Это я отсюда прибежал. Ну да, я отсюда прибежал, подожди. Или нет? Что-то я запутался. Так, давайте определимся, где я вообще, откуда я вообще. И кто я вообще, и куда мне вообще. Так, убери. Так, это не сюда. Так. Так, так, так. А, ну все. Оттуда я прибежал сюда и шел сюда. Потом мы встретили вон тех. Потом я пошел сюда, туда. Да. Оттуда поди просто запрыгнуть. А, не, ну это я вот туда и проберусь. А, во, видали там он? Так, это наверх надо, короче, дальше. Вторая башня. Так, туда мы не забираемся. Это как-то по низу, наверное, пройти надо. Вот, видимо, да. Сюда идем. Идем. Проходим здесь. Потом тут. Здесь прохода нет. Тут только одна дорога. Это мы здесь пробрались. Наверх. Вот он, да. Жми рычаг. Есть. Я это сделал. Пошли теперь далее. Ах ты, тетя твоя мать. Моя. Да тихо ты. По-моему, он завис. Зря ты так, конечно. Друже. Так, искушай. Что тут есть?
А, в смысле, не нужно, ладно. На нет, так и нет. Так, все здесь. Идем. Куда теперь? Так, сортир. Балки мощные, ребята, прям. Я даже не знаю, это сколько. 500 на 500, наверное, да? О, жесть. Такие балки на крышу бы. Так, ладно, тут нечего ломать и незачем. Идем. Здесь. Плохой знак. По-моему, сейчас что-то начнется. Да ладно. А ты что за хрен с... Ух, нифига у него. Смотрите, какой меч. И щит. Вот со щит. А ты со мной поделишься потом? Если, конечно, я тебя победюсь. Блин, а я давненько... Не сохранялся, ребята. Давайте прямо вот сейчас сделаем это. Так, сохранить игру и вот в пустую ячейку. Все, теперь погнали. Будем с ним биться. Да. А-а-а! Это я зря, конечно. Героический. Что значит героический? Что это такое? Загрузить, да, загрузи, да, конечно, в деле. Дец. Ого. Тихо. Етит колотить. 971 жизнь у него, ребята. Одуреть. И как мне его... Так, давай-ка мы Гладиусом, я его вообще чирикать буду долго, наверное. Отходим вправо, ребята, всегда. Опа. В смысле, я его победил, что ли? Серьезно? Да ладно. Как это произошло? Ну тебя мне только не хватало. Эй! Опа! А у меня поднялся уровень. Да? А вот пока ты ржешь... На еще раз. На. Опачки. Все, отъехал. Че у меня там со щитами вообще, как дела обстоят? У меня один щит остался. Надо собирать щиты, ребят. Щиты-то дохленькие. Так, ладно, давай. Так, это у нас что? Повернись. Деревянный щит подбери. И вот еще один. Каплевидный щит. Отлично. Так, погнали. Убери. Честно, не понял, как я того хрена побил. Вообще, даже, блин, неожиданно. У него там 900 хилок было. Алебарда. Так, давай алебарду бери, короче. Будем сейчас алебардой всех мастрячить. Погнали. Так, нам наверх, судя по всему. Здесь никого. Зачем ты бросил алебарду? Так, есть кто? Никого? Разбей. Зелье здоровья. Подбери, я сказал.
Мы ей драться сейчас будем. Оп-оп-оп-оп. Так. Ну, это просчитать можно. А? Вот так вот тебе, понял? И еще раз тебе. И еще сейчас я тебе что-нибудь отрублю, понял? Ногу отрубил. Я тебя предупреждал. Я тебе говорил не лезь. Говорил, говорил, предупреждал, предупреждал. Сам виноват. Так, идем сюда. Ловушки, ребят, надо быть аккуратнее, слушайте. Так, есть у меня такое подозрение, что тут тоже будет ловушка. Что бы кинуть сюда? Давайте что-нибудь кинем. Алебарду давайте кинем сюда. В смысле, я сам себя, что ли, порезал алебардой? Угоните. Давай вот у этого что-нибудь заберем. Так, стоп. Конечность возьми и сейчас пойди, пошли забросим ее. Нет, ничего нету. Погнали. Да? Чё за обман был? Так. По-моему, сейчас меня тут встретят. Давайте-ка я сохранюсь. На случай всякий. А что означает тут надписи? Круто, не круто. Героически, это что? Непонятно, ладно. О! Оба-на! Э, красная, ты куда? Да с этими-то я сейчас разберусь. Ой. Я ему куда-то попал. Нехорошо, по-моему. Так, деревянный щит, бери. Как? У меня всего три щита. А их всего три можно, да? Да убери ты этот гладиус, он беспонтовый. Он на случай только если у меня... А, вот, вот так вот. Подожди. Не понял, как я это сделал? Хе-хе-хе. Блин, я не понимаю, как это вообще. Удар влево-вправо. Ой, влево-прямо. Или прямо четко надо попасть. Не поймаю. Не понимаю я. Так, булава. Вниз, вправо и удар. Так, вместе, наверное, их надо. Подожди. Да вот так вот. Ладно, разберемся. Пока непонятно мне, как это работает. Так, открой сундук. Пей, конечно, конечно, пей. Давай здесь тоже будет зелье. А, ну, не совсем такое, но пусть. Так, давай, бери алебарду. Сейчас мы ее запустим, если что там будет. Сейчас он ее бросит. Алебарду бери. Ладно. Ты куда ты ее бросил? Ха-ха-ха.
Да, все. О, топор. Ну, это вообще легко решается так. Топор. Че у нас топор? Атака 4. Ну, по крайней мере, получше, чем у этого-то. Подожди, подожди, подожди. Щит, вот, вот, который 20 оставь. Мы его будем ломать. Так. Так. Пей. Так, музыка не перестала играть страшная. Значит, что-то сейчас кто-то будет. Ничего не выбрано. Сюда, потом сюда. Так, атака 10 у меня. А этот сколько будет атака? Так, Гладиус атака 9. А булава? Атака 21. Да, пусть булава. Она веселее. Опа! Так, ну тут явно подляна, ребят. Я даже ее вижу. Камни не просто так тут валяются, я так подозреваю. Камень, дай камень. Дай камень. Я не могу камень подобрать. Ладно. Ну, а нет, и сюда нет. Хорошо. Так, где у меня тут гладиус гастрадальный? Ага. Блин. И как я тут должен проходить? И как мне тут проходить, хотел бы я знать. Так, убери. Ага. А, да? Просто пробежать надо было. Понял, ладно. Допустим. И что я выключил? Или что включил? Сломай. Так, тут ничего. Здесь... Ага. Так. Ну давай еще раз. Что здесь у нас? Вот так вот, понятно. Хрясь и даже мяу не сделал. Успел? Так, а как? А, что-нибудь может кинуть? Ну-ка, табуретку давай. Возьми. И давай мы табурет туда закинем. Ага, он пока будет подниматься, мы побежим. Отлично. Я обманул. Систему. Так, окей, идем дальше. Так. И сейчас будет босс. Жалкий рыцарь, как смеешь ты бросать мне вызов? Моя судьба вот-вот свершится. Новая армия. Новая империя. Где сейчас твой орден и твой король? Меня уже не остановить, будущее в моих руках. Готовься присоединиться к своим соратникам в аду. Ага. Фу! Тихо. Тихо, тихо, я безоружен, алло. Ага. Да мочи его, мочи! Ага.
Мочи его! О, я ему щит сломал, ребята! А он мне руку отпилил. Опа! Тихо! Ё-моё! В прошлый раз было повеселее. А, спокойно. Так, спокойно. Да, да, да. Опа. Тихо, тихо, тихо. О! Тварь, он вон захилился. Нифига себе. Тихо, тихо, тихо. Ёп. Я аж потерял голову от этого. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Я тоже так могу. Отходи, 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 отходи. Отходи, ё-моё, он меня зажал. Да ти твою мать-то. Еще одна. Да ты что делаешь-то, ё-моё? Мочи его. Назад, 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 назад. Да ё-моё-то, ему тоже шалбан остался. Ах, тихо, тихо. Ай-яй-яй. Это будет, дед, непросто. Но я его победил. Ну чё, красный хрен. Сейчас мы с тобой пообщаемся. И чё это было? Назад. Мы слиплись. Алло. Так, ну это... Тихо. Алло, ну что это за дела-то вообще? Что происходит? Алло, он меня еще и бьет, короче, прикиньте. Мы не можем отлипнуться. Ай, ну, не, ну я, конечно, благодарен такому багу. Я тем самым его победил, ребята. Ну ладно. Пусть будет так. Боевой меч. Подбираем. Это мы предателя Рагнарара замочили. Не, ну мне так не нравится, ребят. Как-то нечестно получилось. Давайте еще раз, только по-нормальному, по-честному. Не нравится мне такое прохождение. Я его, конечно, победил, но это не по-честному я его победил. Так что давайте, все по чесноку. Ты в кого своей зубочисткой тычешь, блин? Алло. Тихо, спокойно, назад. Да, ё-моё. Он, похоже, тоже учится, ребят. Слышите? Он, похоже, тоже учится. Алло. Я тебе по балде надавал. Ты обалдел? Еще раз назад. Опа, оп, оп, оп. Отвали от меня, урод! Назад, назад, так. Мне надо срочно захилиться. Ай-яй-яй, как не вовремя. Так, он пока меня ждет. А, мы опять слиплись, ребята. Но только в этот раз мы слиплись не в мою пользу. Он меня чешет. Эй, ну так нечестно, ё-моё. Да. Так, слушай, Рагнар. Сейчас мы с тобой поговорим уже по-мужски. Я с булавой. Ты с зубочисткой.
Да куда ты? Ты чё? Да ты чё? Да как? Да почему? Сдохни. А, да я не про себя имел в виду. Крепкий орешек, а? Слышь, брат, я тебя уже почти уважаю. Да тихо. Не надо меня больше бить. Тихо. Так, где? Быстро. Да блин, калина-то. Так, где? Быстро. Да блин, где? Ай-яй-яй, ой, пей. Достал ты меня уже. Ребята, я его сделал. Ё-моё. Подбирай зелье. Ключ забрали. Боевой меч. В смысле ничего не выбрано? Боевой меч там выбран. Собирай его. Обалдеть. Чё там у нас боевой меч дает? 35 атаки. Конечно, боевой меч однозначно. Ух, ёк-макарёк. Это, конечно, жестко. Так, F1. Гладиус, взмах гордости, боевой меч, праведный гнев. Это 8 уровня. А я какого? Я 4. Нет, я пока не могу такое. Умение, значит, что у меня там? Вперед, вправо и удар. Ага. Так, ну ладно. Мы подобрали меч. Победили этого Рагнара. Так, здесь у нас ящик стоит. В ящике может быть что-то интересное. Зелье здоровья подбери. Да, пригодится. Так, идем сюда. Это у нас продолжение. Нет? А куда идти-то? А, вот сюда, видимо. Нет. Хе-хе. Я, конечно, все понимаю. А, вот. Понял. Давай. Открывай. Идем. Так, убери меч и щит. Все это нам не нать. А это его книжки записи, да? Рагнара. Пергамент. Близится новая эпоха. Орден рыцарей исчезнет, а я займу место рядом с господином, если помогу существовать его планы. Мы убьем стражей теперь Халафа и разрушим город гномов. И ничто не помешает нашей победе. Как я прочитала. Как и опасался страж ордена, Рагнар замышлял предательство, но он действовал не один. Злая магия завладела разумом Рагнара и захватила замок. Выберите место назначения, нажимая влево или вправо, чтобы подтвердить выбор. Нажмите Enter. Ну окей, прошли, получается, первую главу, Тебрис. У нас предстоят следующие главы, но это будет уже в следующих сериях. Если вам понравилось, тоже ставьте лайк. Есть что сказать, конечно же, пишите. Ну а на этом на сегодня будем завершать. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Да пребудет с вами Джойстик. Всем пока, до скорых встреч.